Всем доброго времени суток. Продолжаем играть в этот меч. Ох! Прямо отсюда начал же. Так, нас тут вчера убили. Вот так вот, да. Они бьются. Играем на сложном, поэтому так непросто. Вот, давайте сейчас переждем. Ух, блин! Офигеть, вот она только запахать. Отлично, получайте. Еще пережили вроде. Да, нас вчера тут злостно убили. Точнее, не тут, немножко подальше, но вот мы начали игру, как сказать, отчасти заново. Так, вот они бегут. Давай, ждем. Блин. Здоровые мужики-то. Давай, иди сюда. О, мы туда дальше-то не пойдем. Офигеть. Все, прячемся. Прячемся, прячемся, прячемся. Вот такие они серьезные противники тут. Ну давай. Ух, ко мне идет, блин. Так. Здорово. Ну, конечно. Да блин. Ах. Все, держи подачу, чувак. Ух, серьезные тут. Даже не думал, что с этого начнется. Ладно, давайте трупы осмотрим. О, вот здесь мне вообще, в принципе, нравится и на фоне этого снега. Так, может что-то у нас вкусненькое тут будет, нет? На фоне этого снега просто, блин, шикарно. Так, глушитель нам ни к чему. Сколько у нас патронов? 8-6, в принципе, можем им дать по рогам, как говорится. Так, давайте залезем наверх. Хотя тут вряд ли что-то будет. В прошлый раз мы тут все взяли. Так, на самом верх-то, по-моему, нельзя залезть. Давайте. Там нас ждет снова испытание. Давай. Иди сюда, мой белый хлеб. Вот так вот мы их встретим. А, серьезно, я говорю здесь. Ух ты, откуда ты взялся? Давай, добивай его. Отлично. Отлично, не так-то нас... Еще живой, блин, живучий чувак. Так. Ну, выходи. Фак. Вот такие тут конкретные противники. Что мы тут? Пистолетом? Так, сделали. Тут наверху-то умер, что ли, получается? Вау! Отлично. Где они там стреляли, я уже не видел. Так, огонь. Да ну нафиг. Давайте спрячемся, отдохнем немножко. Да, вот такие серьезные противники, от которых не укрыться. Интеллект, в принципе, у них нормальный. Откуда он там стреляет, я так и не могу увидеть. Ва, задело. По-моему, где-то вот он. Держи подачку. Живой, по-моему, еще. Нет? Все? Ух, было весело, честно скажу. Так, ну чё? Блин. Быстренько. Что?
чтобы в огонь больше не попасть. Ага. Там, там еще бригада, да? О, да. Ой, блин. Охренеть. Это как Ганнибал какой-то. Вот такая же маска. А, патронов нет, офигеть. Да иди ты нахрен. Так, автомат. Да ладно. Че, все за мной бежит, да? А, да нифига. Хотел его толкнуть. А-а-а! Облом тебе, да? Ну, блин. Фух. Бежим, 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 Ларка. Фуа. Жестко. Нормально у меня. Блин, даже попасть не можем в него. Попал. Фу, блин. Так. Бежим, 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 бежим. Нужно спасаться бегством, как говорится. Подожди, сейчас мы сделаем тебя все-таки. Офигеть. Даже наметить не мог. Давай, Лара. Охренеть. Ну что, эффект, он меня прикончил. Блин, наконечники были бы с взрывчаткой. Серьезный типок-то. Ага. Вообще бы лучше с ним не сталкиваться пока. Куда нафиг стоять? Да, в него еще попасть и надо. Блин, патрончики докончаются. Ладно. Блин, офигеть. Ладно. Что же придумать, я вот еще не решил. Были бы бочки с горючим. Может, что-то бы и придумали. Так. Ох. Получи по щам. Стоять. Добивай его. Давай. Красота. Ух. Тихо, 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 пацан. Че он там уже без щита бегает? Ему... ему пофиг уже, я смотрю. Охренеть. Терминатор, блин. Да вы что, меня добить решили? Да, серьезное было испытание, честно вам скажу. Детали, да, взяли? Так, опять крысы забегали. Даже тут, оказывается. Ладно. Давайте возьмем кое-что. Патроны. Так, сколько у нас? 60, ну в принципе нормально. 4 только к луку, маловато будет. Вон еще что-то у нас вкусное. Ну хоть научились это от таких типов с конкретным оружием выживать. Так, блин, я все-таки тебя убью, наверное, крыса. Офигеть, резвая.
все, нет ее больше. Ладно. Сейчас, что у нас тут интересное? Бонуса никакого нет. Ура! Мясо! Так, мы в принципе не стрелой не кидали, ну ладно. Или она так разделала ее. Так. Отлично. О! Это что мы? То есть она ящики открывает, да? Что-то новое. Так, огонь, огонь нам нужен. Патроны максимум. Давай огонь возьмем. Еще бы сделали, чтобы она там, не знаю, грелась у огня, пока не, как сказать, ну, от холода спасалась, потому что в реале, мне кажется, бы она замерзла в горах в такой одежде. Ладно, пойдемте дальше. Так, крыс больше убивать не будем. О, это мы подожгем. Ну, отлично. Оп, красавица просто. Блин, все вспоминаю, как вот старый Tomb Raider играл. Ну, там проще было то, что само наведение, по-моему, настраивалось. Тут тоже так не сделаешь. Или может все-таки можно настроить, потом проверю в настройках. Так, что у нас тут? Где трупы-то? Ладно, хрен с ними. Конечно, бойня-то была неплохая. Так, нету. О, костер, отлично. Так, а что-то еще интересное у нас будет? Угу. Нет, сюда мы пока не полезем. Это вообще спуск. Давайте погреемся у костра. Что-нибудь новенькое сделаем. Навыки, навыки, навыки. Снаряжение. Быстрый переход, наверное, к чему. Мастер выживания, мастер. Это что у нас еще будет? А, у нас ноль. Ладно. Давайте снаряжение. Лук, винтовка, пистолет. О, это у нас максимум. Давайте лук еще сделаем. Что у нас там можно сделать? Мы же, по-моему, все сделали, да? Так. Винтовочку давайте модифицируем. Так, приклад мы сделали. Ага, не хватит у нас ничего такого. С пистолетом что? В принципе, и на пистолет тоже ничего толком не хватит. Ладно. Хотя можно было костюм поменять. Но это потом. Так, сейчас. Вон, что-то есть. Документ. 17 сентября 82 года. Постепенно разрозненные мысли выстраиваются в некую логическую цепочку. Чтобы раскрыть тайну этого острова, сначала необходимо понять, что здесь произошло когда-то. Потребуется время, чтобы изучить это место. Тут полно загадок. Главное из них — это останки древней Японской империи и таинственная императрица. Все началось именно... Короче, будем искать сокровища между делом. Что-то у нас тут еще было. Так. А, эти бушмеки сюда точно. На этих веревках скатывались. Угу. Сюда будем спускаться, нет? Давайте посмотрим. Здесь она что-то сделает. А, мы сейчас будем вверх подниматься.
Так, отлично. Блин, офигительная игрушка просто. Лаби, вперед. Давай, Ларка. Так, держимся. Ну и как мы спустимся? Самое главное подняться. А, вон там веревка есть. А дальше что? Офигеть. Страшно на такую высоту подниматься-то. Там еще от ветра она должна шататься, по крайней мере. Такое ощущение, что шатается. Хотя это и есть немножко на большой высоте от ветра. Конструкция шатается. Вот. Офигеть. Вот это реально страшно. Еще выше, да? Ну, красота, конечно. А вот тут прыжками. Ну ничего, смогем. Так. Отлично. Ох. Офигеть, конструкция старая. Блин, вот эта высота реально. Получается, на горе еще выше гор. Алекс? Лара? Я у пульта. Так, эта башня должна усиливать сигнал передатчика. Фига себе, у них передатчик-то с собой был. Найди аварийный радиоканал и добейся четкого сигнала на своей рации. Потом передавай. Эй, мы здесь все держим за тебя кулаки. Спасибо. А, что-то я задумался. Так, ЛС левый. Давай. О, было что-то. Так. Обратно немножко. Ситуацию. Блин. А, держать. Приема сигналов жестами. Пожалуйста, опишите вашу ситуацию. Отлично. Это Лара Крофт с Эндьюранс. Нас выбросило на остров в треугольнике дракона. Нам нужна помощь и медикаменты. Пожалуйста, ответьте. Классно сделали. Получается, руки грязные, давай, действительно. Давай. Как в реале. Мэйдэй, это Лара Крофт с Эндьюранс. На связи борт N-117A. Мы начали поиски, как только получили сигнал бедствия. Уже не надеемся. Вот это рация, блин, офигеть. Мы примерно знаем, где вы, но нужен визуальный сигнал. Я что-нибудь придумаю. Курс на вас, конец связи. Лара Крофт, ты моя героиня! Эй, даже Рейс улыбнулась, представляешь? Ну да. А работу-то она проделала немаленькую. Нужен сигнал. Что бы такое? Что бы такое? Поджечь. Я справлюсь. Что, подожгем? Красавица. Сейчас пышку подожгет. Ничего тут больше нет, а там еще это. Тихо. А, она уже спустилась. То есть с этим мы уже упасть я не буду пробовать. Ну давайте попробуем. Полетела. Вот на такой скорости это еще можно и убиться. Минимум как ноги переломать. Секундочку, извиняюсь. Позвонили. Так, поехали.
Ну блин, стрел-то, конечно, у нас маловато. Топливные баки. Так, давайте сначала патроны возьмем. А, максимум, да? Поджечь хочешь? Как-то поджечь. Отлично. А если мы сами намочимся? А, так. Нет, нам, наверное, надо вот это вот выбрать. Так, что это у нас там мигает? Такое. А, искру хочет сделать. Нифига себе. Это мне и нужно. А где у него огнево? Я не понял. А, вот как оно. То есть. По волшебной палочке. Ну давайте зажпем. Опять крысы, блин. Быстрее, 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 сейчас рванет. Ох, красота. Сюда! Сейчас я выйду из него, наверное, из базуки выстрелил этот снаряд. Ну вот. Охренеть. А сейчас надо бежать. Вот все двигатели там. Давай, Лара! Так, я вот не понял. То есть мы не выжили, да? Одна. На самом деле, если бы она так упала, то бы она больше не стала. Так, мы вернулись. Отлично. Нет, не осталось. Так. Осторожней. Оп-оп. Давай, 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 бежи. Или не бежим. А, все, дошло. Круто тени. Да, мне понравилось. Пилот, мне нужно к нему. Так, ну, приключение было что надо. Давайте на этом мы сегодня закончим. Спасибо, кто меня смотрел. Скоро будет новое прохождение Лара Крофт. Всем пока.